И это был мой первый выезд с ребенком на автобусе, и кажется, ну, что здесь такого? Ну, реально, у меня была такая радость внутри, просто невероятная. И я еду и думаю, что я радуюсь так сильно? Это же наоборот, ну, как бы, комфорт не такой уже, это совсем не то. Своя машина все равно лучше. Я понимаю, что когда у нас есть Господь, то мы можем радоваться вообще независимо от обстоятельств. Вот. Так что давайте мы сегодня откроем для Него наши сердца, чтобы Он наполнял нас своей радостью, своим миром. И сейчас вместе помолимся и будем славить Его. Хорошо? Давайте все встанем. Благодарим Тебя, наш Господь. Славный, великий, всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие. Спасибо Тебе, Господь, что Ты даришь нам невероятную радость, независимо от обстоятельств. Спасибо Тебе, что Ты всегда с нами, что Ты подарил нам уже исцеление, Ты подарил нам спасение, Ты даешь нам свою благодать, и милость Твоя обновляется каждое утро. Ты даешь нам силы преодолевать любые препятствия. Ты даешь нам силы проживать все моменты жизни. Спасибо Тебе, наш верный и великий Господь, то, что Ты всегда с нами. Мы благодарим Тебя и славим. И мы открываем для Тебя наши сердца. Говори, Господь, к нашим сердцам сегодня. Пусть Слово Твое, которое будет посеяно в наши сердца сегодня, пусть оно принесет плод в 30, 60 и во 100 крат. Свети через нас, Господь, своим светом. Пусть все увидят славу Твою через нашу жизнь, через нашу церковь, через наши дела. Мы благодарим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем петь нашему Господу.